На очередном планерном совещании, состоявшемся в администрации района, были рассмотрены несколько важных вопросов, касающихся как социально-экономического развития района, так и текущих проблем, требующих незамедлительного решения. Одним из главных вопросов повестки дня стало достижение KPI-показателей в различных сферах. Докладчиком выступила Марета Тугланова, заместитель главы района по экономике и социальным вопросам. Она представила результаты работы и обозначила направления, требующие дополнительного внимания для улучшения показателей. Следующим важным пунктом обсуждения стало приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот вопрос также осветила заместитель главы по экономике. Она подчеркнула, что обеспечение жильем данной категории граждан является приоритетной задачей для администрации района. В ходе совещания также был заслушан отчет о ходе уборки пропашно-технических культур, который представил Заур Самогов, начальник управления сельского хозяйства. Он сообщил о текущем состоянии полей и планах по завершению уборочной кампании. У нас в районе завершается уборочная страда. На сегодняшний день у нас осталось брать для порядка 150 гектаров кукурузы. При плане 6709 гектаров убрано 6478 гектаров. Средняя урожайность 35,21 гектара, то есть 96% убрано. Подсолнечник у нас завершен полностью 9152 гектара, плафан убрано 9152 гектара, средняя урожайность составила 14 гектаров. Соя тоже полностью убрана на площади 1199 гектаров, средняя урожайность составила 8,3 гектара. Также у нас идет техника зимних культур, план сева у нас озимых зимующих культур 18405 гектаров, в том числе озимая пшеница. 15120 гектаров планируем посеять в районе, озимого ячменя 1565 гектаров планируем посеять, рапс планировали 1720 гектаров, посеяно 1820 гектаров, на 100 гектаров больше. Озимая пшеница на сегодняшний день посеяно 5524 гектара, 37% от плана, и озимого ячменя посеяно на сегодняшний день 1295 гектаров, что составляет 98% от плана. Также идет подготовка почвы под осевы озимых холосовых культур. Обеспеченность семенам у нас по фермерским хозяйствам озимых культур 100%. Для проведения сева озимых культур в оптимальные сроки в районе вся техника необходимая есть. Также на совещании был рассмотрен вопрос, касающийся приостановления деятельности общественного транспорта по маршрутам Курганинск-Майский, Кашихабль-Политодел. Это актуальная проблема, решению которой администрация уделяет большое значение. Обсуждались возможные пути решения данной ситуации, включая улучшение организации транспортного сообщения и поиск альтернативных маршрутов. В завершении совещания глава района подвел итоги обсуждения, отметив важность поднятых вопросов и необходимость дальнейших действий для их решения. Он призвал всех участников к активному взаимодействию и совместной работе на благо района.